А у Слуцкім районі гонар хлібаробів, які год запор створюють незвичайні фігури з соломи. Тюки перетворюють у замки, забавних живіл, сільгастехніку. У соломі висобляють і сучасних героїв мультфільмів. Некоторі створи вже стали місцевими символами добробиту і штогод з'являються після уборочної на звиклим місце. Ці стануть соломяні скульптури мистецьким символом району на кшталт знакомитих поясов, висвітляв Ян Пашкевич. Уже третий раз мы здесь его собираем. Раньше там было около комплекса у нас, а сейчас решили здесь, что вот связано с лесом, как бы Мишка вышел из леса. Соломоплетение у стилі – казачный индустриализм. Уласный творчий напрямок народной творчести на предприемстве «Подлесье 2003» распрацовали несколько сезонов тому. Одной из первых 250-килограммовые соломяные тюки у мастацкий конструктор переутворила Оксана Славашевич. Нам на помощь пришел трактор. Мы это все сложили аккуратненько, а потом уже сделали остальное. И очень много людей здесь останавливается около нашего медведя, фотографируется. Он и здесь у нас уже как талисман. Середньовековий замок, святочний каравай і ветливий вусінь. Тільки у гэтай господарці прибраная солома повернулася на збожжевые полі у вигляді шести мастацких композицій. Вулічныя галереї монументальної народної творчості розтягнулися уздовж усіх автодорог Слуцкага района. Калі рухацца з боку Мінска, то на мяжі Слуцкага района усіх спадарожнікаў сустракаюць вось такія ветлівыя двухметровыя прадстаўнікі сучаснай беларускай культуры – міньёны. Менавіта яны і сталі самымі популярнымі у сацыяльных сетках. Альбомы туристов и мясцовых жыхароў штодзень пополняют фотоздымки и композиции «Хорошки». Зарабіць удалы кадр на фоне соломяной пары тут уже стало традицией на кожным вяселле. На предприемстве ж «Слуцкая Нива» у соломе увасобили героя уборочной. Сёлета ураджайность господарки выросла амаль на 1000 тонн. Много времени отдали трактору, потому что нужно было... Один собрали одного плана трактора, посмотрели небольшой, потом решили собрали больше трактора. И получился хороший результат. То есть на сбор трактора где-то 1,5 часа. Уласных соломяных маскотов, символа удачи, узвяли амаль усе прадпрыемства района. Агульная ж мастацкая коллекция налічвае звыш 20 гигантских скульптур. В этом году у нас практически 17 сельхозорганизаций участвуют в этом конкурсе. Упершыню ж творчы батл паміж прадпрыемствамі стартаваў год таму. Саламяныя ахоўнікі збожжавых палёў паспрыялі добраму ураджаю. Сёлета сярод районаў Мінскай вобласці Слуцкі аказаўся самым багатым на зерне. Тут намалацілі звыш 150 000 тонн хлеба. Ян Пашкевіч і Іван Мартынович, агентства «Теленавін».